нас есть искусство традиционное, искусство классическая икона, классическая фреска, все, что мы знаем, да, связанное непосредственно с литургией. Есть искусство современное и все, что с ним связано. Абсолютно две разные вещи вроде бы, да. При этом тот разговор, который мы пытаемся вести с нашим проектом «Икона после иконы», это разговор о том, что не существует никакого современного искусства, не существует никакого традиционного искусства, да, сейчас. Да, есть Андрей Рублев, который в 15 веке работал, а есть мы, которые работаем сегодня. И это очень важно, да, и что иконописец, который сегодня пишет, он на самом деле занимается современным искусством, он сегодня пишет. Это очень важный момент. Собственно, вот этот вот мост, который мы перебрасываем от современного искусства к классическому, вот это такой классический пример, да, это вроде бы инсталляция. Суть этого объекта следующая, ну, наверное, почитаю уже, мой ковчег. Мой товарищ, идя мимо храма, в котором производили реконструкцию, увидел выброшенный на свалку, ребра от луковиц, от куполов. Вот. И ну, подогнал машину, просто собрал вот эти ребра от куполов и собрал вот этот вот самый мой ковчег. Да? Просто перевернул, понимаете, да? То есть из этого всего собирается легко обратно луковицу, собрать, поставить. Вот. И логика нового ковчега, она здесь ну, вполне ясна, да? То есть церковь как ковчег, в котором мы все спасаемся, да, и вот тут, пожалуйста, собран из этих ребер от купола художественный объект. Это, назвать это литургическим искусством невозможно, это не литургическое искусство, это современное искусство. Но назвать это искусством не церковным тоже нельзя, сами понимаете, да? То есть вот, условно говоря, к этим ребрам люди на протяжении, вот, к этому дереву, да, это просто дерево, да, но к нему вверх возносили люди молитвы на протяжении, там, нескольких поколений, это кое-что значит. Да? И сам по себе, вот я вам сейчас рассказал эту историю, для вас, вот вы пока не знали, это были просто деревяшки. Я вам рассказал, да, и там вдруг раз образовался какой-то смысл. В них он же появился, да, как все время глубочек сел, да, на дневной ковчег, да, знаменование того, что уже как бы есть земля, и уже есть чему представить. Да, вот так же здесь, да, вот образуется смысл из конкретных деревяшек, да, вот они перестают быть деревяшками и становятся чем-то важным, чем-то осмысленным. Войны архитектурным сооружением и фрескам древнерусским, которые погибли. Фашисты взорвали в Киеве главный собор Киево-Печерской лавры. Фашисты расстреляли очень много храмов из артиллерии в Новгороде и Пскове. Погибло великое русское искусство средневековое. Вот эти две скульптуры — это памятник вот этому искусству. И здесь смысл возникает, опять-таки, тоже из самого материала. Потому что это стальной лист и золото. И, как вы понимаете, да, здесь на уровне материала сталь — это русская трагедия, золото — это русский триумф. Вот, русская победа. Вот она здесь. А поскольку это памятник именно утраченным фрескам, то здесь, собственно, живописи как таковой не существует. Здесь золото обозначен просто световой каркас изображения. Да? Все остальное явлено здесь именно за счет силуэтов. В частности, да, еще интересно, у этой скульптурной группы у нее интересная судьба, потому что она на самом деле изначально была сделана для того, чтобы находиться на природе, на улице, где есть ветер. Здесь за счет того, что это же сталь, ну что, это река про сталь, не буду так ничего рассказывать, комично выглядит, наверное, с моей стороны, но тем не менее. Сталь, она имеет интересные свойства, она при торсионных, вот таких скручивающих нагрузках, она начинает возвращаться обратно за счет упругости материала. Вот, поэтому при расчете на то, что при дуновении ветра скульптура начнет шевелиться, двигаться, и начнет играть солнце. Вот, это же золото. Вот, и они обе должны быть, то есть они такие чуть-чуть должны немножко шевелиться.